Первый регион, первая школа и первая встреча учащихся таможенных классов Бреста и Гомеля. Это стало возможным благодаря инициативе сотрудников Брестской таможни, которую и педагоги, и учащиеся поддержали единодушно. Мы, как всегда, согласны на все мероприятия, которые проводятся Брестской таможней. И, конечно, очень рады были из Гомеля принимать сегодня ребят. Я считаю, что эту работу нужно продолжать. В нашей Белоруссии этих классов появляется больше и больше. Кроме того, что к нам приезжали уже школьники из Верхнедвинской школы, таможенные классы, к нам приезжали студенты из Белорусского государственного университета, которые учатся и получают специальность таможенника. Помимо того, что они узнают про Брестскую область, то есть экскурсионная программа, также они вот обменяются мнениями между детьми, обменяются своими визитными карточками каждой из школы, для того, чтобы вот именно может перенять какой-то опыт, какой-то положительный опыт. Ну, надеюсь, что нам есть чем здесь гордиться, и поэтому есть чем поделиться. Таможенные классы в первой школе Бреста существуют с сентября 2017 года. За это время уже состоялось 2 выпуска, а на данный момент в учреждении действуют 4 таможенных класса. В них на повышенном уровне преподается математика и английский. Изучается второй иностранный язык, классический танец и восточные единоборства. В актовом зале ребята презентовали свои учреждения образования, рассказали о жизни классов, учебе, сотрудничестве с таможенной службой и продемонстрировали достижения. Сегодня мы принимаем ребят из Гомеля. Я считаю, что это очень важно и для будущих наших связей, и для нынешних. Это замечательная возможность обменяться опытом, знаниями, подружиться с новыми людьми. Это всегда прекрасно. Я в Бресте впервые. Мне город очень нравится, очень красивый. Вот школа тоже очень красивая, впечатляющая. Я таких, ну, раньше не видел. И очень интересно познакомиться с классами, посмотреть на их форму и как они проводят дни в этой школе. Встреча получилась информативной, теплой и позитивной для обеих сторон. Юные гомельчане надеются, что они не в последний раз в Бресте и уже пригласили брестчан посетить свой регион с ответным визитом.